В этом видео давайте поговорим про еще один интересный криптопроект. Это будет Taucoin. Итак, что хочу сказать про данный проект. Ну, важно понимать, что, в общем-то, Tau – это истинный актив. И это мобильная монета для, в общем-то, майнинга. То есть мобильное приложение, с помощью которого можно как раз-таки заниматься майнингом. Вот, мы здесь видим как раз таки статистику по майнингу, которая у нас есть на данный момент. Вот, также видим сумму вознаграждения, да, то есть есть статья, например, 200 TAO, да, давайте открою, покажу данную статью. Вот, собственно говоря, вот она подробно все описывает. Ну и также есть другие информационные, можно сказать, материалы. То есть, допустим, 5 способов служить сообществу, техническая дорожная карта для TAO. Новая монетка Taut, ну и, в общем-то, некоторые другие, скажем так, сведения. И, конечно же, когда мы все это изучаем, возникает вопрос, почему же Taut? Дело все в том, что Taut является криптомонетой для роста вашего богатства. Это легко, в общем-то, может использоваться в майнинге, в мобильных телефонах. Это быстро, безопасно и, конечно же, без инфляции. Также, какие характеристики? Это телефон для Android. В общем-то, также подтверждение транзакции, и кроме того, майнеры соревнуются в накоплении транзакций, чтобы генерировать новые блоки и получать комиссионные за транзакции. И очевидно, что чем больше транзакций вы совершаете, тем выше шанс выиграть, собственно говоря, майнинг. Чем длиннее история транзакций, тем больше общая согласованность у сети. Я также добавлю, что легче для всех майнеров и начинающих, чтобы получить монеты, использование IPFS для противодействия контролю над IP и, в общем-то, шардирование по цепочке для увеличения числа транзакций в секунду, то есть TPS. Ну, также вот мы видим, допустим, белая бумага данного проекта здесь тоже представлена, давайте ее тоже покажу. Вот, то есть, собственно говоря, белая бумага, она на английском языке, но, тем не менее, вы можете ее все равно изучить, тем более она довольно, скажем так, сжатая, тут всего 10 страниц, да, то есть такая информация достаточно конкретная и подробная. Что далее еще? Важно, что можно получить реферальный бонус, то есть, в общем-то, вы можете звать своих друзей и коллег, да, на данный сайт с целью приобрести токены данного проекта и, соответственно, за каждого реферала вы будете получать бонусы. Также тут есть и премия различная, то есть еженедельно 200к TAO будет разыгрываться. Также штудение монет, что еще важно, это резерв фонда 18, программа вознаграждений 82%. Что еще я хотел бы отметить, что тут есть дорожная карта данного проекта, так вот, мая 2019 года был запуск Taucoin для мобильных кошельков. В конце 2019 года будет Mainnet для Tau сделан. Далее в середине 2020 года будет, в общем-то, новая информационная служба, да, которая будет, в общем-то, 5G поддерживать. Далее будет внедрение данного проекта в различные сферы. Ну и в конце Taucoin будут все распределены между держателями. Что еще важно? Важно, что здесь есть много другой информации. Ну, допустим, частые вопросы. Давайте перейду специально и покажу. То есть тоже можете с ними ознакомиться. Вот, допустим, переведу на русский язык. Да, то есть что такое Tau, например, вопрос. Так вот, Tau является децентрализованным криптоактивом, работающим на блокчейне Proof of Transaction. Когда перечислять монеты на бирже, это после достижения 2 миллиона пользователей и успешном майнинге. Сколько всего Tau? Это 10 миллиардов, да? Столько подтверждения сделки – это новый согласованный протокол для использования истории транзакций. Следующее, где можно снять свои Taucoin'ы. Так вот, в общем-то, у Taucoin есть собственный блокчейн, так что поэтому, в общем-то, нет необходимости снимать деньги, если вы не переводите на другой кошелек Tau. Следующее, где можно купить и продать, так вот, это можно в группах P2P с депонированием безопасности. Следующее, какая цена на ICO, так вот, ICO, в общем-то, не проводится, 80% нет, будут распределены через различные бонусы и так далее. Ну и, соответственно, сообщество установит цену на один токен Tau, поэтому, собственно, цены пока нет.
Далее, как заработать толкоин. Так вот, здесь есть реферальная программа, то, что я ранее говорил. Также есть баунти компания, то есть вы можете участвовать в создании толкоинов. Ну и баунти, есть также другая компания, где вы можете рекламировать данный проект. И за это тоже получать бонусы. Ну и также, в общем-то, написать статьи, можно делать видео и так далее. Следующее есть описание блокчейна, ну, допустим, адрес ТАУ видно, как выглядит таким вот образом, да. И, соответственно, что еще есть? Информация про, допустим, подтверждение тоже далее указано. То есть, как только транзакция включена в блок, она имеет одно подтверждение, но 6 или более подтверждений это достаточно для того, чтобы транзакция была уже окончательно и бесповоротно, и она не может быть отменена после этого. Также важно понимать, что тут есть первый блок блокчейна, который используется от инициализации криптовалюты. Вот. Ну и также, допустим, что еще добавлю, что опять-таки вот есть майнинг, да, который действительно подтверждение транзакции делает для новых блоков с помощью повторного хеширование. Ну, это такая основная информация по данному проекту. Опять же таки, все более детально можете изучить на данном сайте, можете почитать их информацию, в общем-то, в соответственно группах различных, в Телеграме, допустим, в Фейсбуке, Твиттере и так далее. То есть информация и масса, важно ее, конечно же, только изучать. Ну что ж, на этом я думаю, что можно заканчивать данный обзор. Надеюсь, что вам он понравился. Тогда всем спасибо за то, что вы посмотрели. И до новых встреч в будущих видеороликах.